Всем привет! Добро пожаловать на канал Тамс. Мы с Молей наконец-таки встретились с Молиной любимой подружкой. Это ее как бы самый лучший друг, best friend. Вот, это тоже девочка, две девочки. Они дружат уже с самого детства. Мы привезли Молли в щенячьем возрасте 4 месяца, и они с 4 месяцев познакомились и дружат. Стараемся регулярно встречаться, чтобы они играли, потому что игры у них отличаются от других игр, чем собак. Киты любят больше такие силовые игры в виде борьбы. Тут они еще очень мало, так это мягко играют обычно, клочья в разные стороны, они друг друга хватают за щеки, за шею, заваливают, прессуют друг друга, но это обоим безумно нравится. Потом обе такие счастливые, час таких вот такого месива, счастливые уходят. Когда приходят другие собаки на выгул, пытались к нам заходить, но девчонки быстренько как бы скооперируются вдвоем, две таких вредины, и начинают прессовать других собак. С кобелями, конечно, они более мягко играют, но все-таки они всегда вдвоем. Когда вдвоем, то другие собаки просто остаются не у дел, и хозяева даже перестали заходить, потому что у них свои игры, своя тема. Они это лучшие, две лучшие подружки. Я, Молли. Пей, можно? Можно пей? Ihana, kun huomaa heti sillä, että on hännän liikkeen, sillä, että kun häntä ihan vähän heiluu. Terve! Joo! Konsertti. Ha 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 ha!